Kimdi? Кто есть? А кого ищешь, батька? Да что бьешься? Рыбу распугаете. Стой! Брось в драку лезть. Дом входя, хозяев не бьют. Кто будешь? Князь здешний, Александр. Невский твое прозвище? Ага. Ты бил шведов? Я. А здесь что делаешь? Рыбу ловлю. Другой работы нет? А чем это плохо? Вот струги построим, за морем торговать будем. Верно? Курян! В Орду поезжай. Большим начальником будешь. Нам воеводы нужны. Есть у нас поговорка. С родной земли умри, да не сходи. Есть охота. За отцовы кошти отдать пора бы. С монголом подождать можно. Опаснее татарина враг есть. Ближе, злее. От него данью не откупишься. Немец.
А его разбивши, и за татар можно взяться. Ну что, немца так немца. Тебе ведь не из кого начинать. А нам все одно не втерпишь, князь. Без нового города немца не окоротишь. С нового города его брать надо. Последняя вольная Русь там. А рыба-то уходит? Владимирович, Гаврил Алексеевич, прошу милости к старому дружку. Кольчужки индийские, копьишки татарские, мечики остренькие, сарацинские. Ну чего врать-то? Небось, сам за ночь все и наковал. Всяка птица своим носом сыта. Отвоевались. О другом нынче думать. Бычки бушуют, весну чую. Отвоевались, славу получили. Надо о себе подумать. Васька-то жениться собирается, слышал? Коза во дворе, так козел через тын глядит. Эх, надоело мне эта поножовщина. День дерусь, а два в тоске лежу. Хотел бы на Волгу податься, поиграть топоришком. Опять тоска взяла. А ты бы в монахи шел. Дело я задумал сердечное. А вот не выйдет, по-моему, и впрямь в монастырь запрусь. Пошел медведь в монастырь. В алтаре телят драть. Ольга Даниловна, прикажи сватов к батюшке твоему засылать. Уж кому засылать, так мне.
Пусть сама знак подаст. Пусть ее сердце выберет. Ольга Даниловна, дай знак, кому из нас сватов засылать. Простите, люди добрые, не знаю, о чем речь ведете. Ну как так не знаешь? Чего вала за хвост тянуть? Говори, за кого пойдешь. Выбирай из двоих любого. Хочешь высокого, да веселого, неким мне. Ну, желательно степенного, да поскушней. Поклонись Гавриле. Хочешь битый быть? Поклонись Буслаю. Хочешь хозяйкой быть? Я тебе муж. Не знаю, что и сказать вам. Оба вы хороши. Дайте срок, скажу слово. На вас идет. Разных людей бьют, что мечи против немцев поднять. Кого с мечом поймали, бьют за меч. Кого с хлебом, за хлеб. Матерей до жен истерзали за сынов и мужей. Кто вскрикнул, бьют за крик. Кто молчал, бьют за молчание, а немецких воевод Русь расписывают. Тому Псков, тому Новгород. Бросай торт, господин Великий Новгород. Погоди! Чего зря шум? Чего людей морочишь? С немцем у нас мир записан. Мало чего Псков взяли. Ай, выйдет что? Откупимся. У нас ныне товару девать некуда. Все причалы завалены. Все лари забиты. Русскую землю на товар меняешь? Да стой! Какая тебе русская земля? Где ты ее видал? Каждый сам за себя стоит. Где спать легла, там и родина. Врешь, собака! Всякий гад на свой лад. Не корми меня тем, чего я не ем. Им, богачам, все едино. Кто мать, кто мачеха. Где барыш, там тебе и родная земля. А нам, малому люду, под немцем смерть верная. Надо звать Александра, немцев пить. Звать Александра! Мать Александра! Нечего Александра ждать. Собраться живо самим и дарить на немца. Тамаша Твердиславича возьмем. Он поведет. Дела бывал не таковский. Иди, Тамаш!
идет на нас большая. Больших людей от нас потребует. Не я, другой нужен. И рука крепче, и голова посветлее, и слава, чтоб была по всей земле, и врагу, чтоб бедом был. Кто ж нужен, братья? Князь Александр Ярославич! Звать надо Александра! Пусть подымать! Кто как погонит немец русских людей? А промеж немцев и ордой, как зажмемся мы, вот тогда и напляшемся. Звать Александра! Ног. Так городов не сдают. Если ты мне и Новгород так сдашь, повешу на первом суку. Великий магистр, прикажи веревки грузить. Веревки? Что такое? Новгородских смутьянов связать. Наглецы сопротивляться задумали. За князем Александром посылать хотят. Это тот, что на Неве шведов разбил. Еще не родились люди, могущие нас побить. А князей у меня у самого сколько угодно. Доблестный рыцарь Губертус, как старший князь покоренных русских земель, жалую вас князем Псковским. Доблестный рыцарь Дитлип, жалую вас князем Новгородским. Торопись в Новгород, Анани. Мути народ против князя Александра.
На небе один Господь, на земле один его наместник. Одно солнце освещает вселенную и сообщает свой свет другим светилам. Один римский властелин должен быть на земле. Все, что непокорно Риму, должно быть умерщвлено. Ну как? Согласны? Не бывать, по-твоему, твердила. Не пойдет Русь под немца. Бивали мы вас прежде, а бьем и ныне. Дай срок! Казнить охальника! Отец! Я с тобой! Отец! Беги от сей, Василиса! Кровь нашу помни! Мсти! Мсти! Земли. Александра! Мертвый Псков! Зовет тебя, Ярославич! Несите бы чинить. Немцев воевать надо. Спать ступайте.
тебе не шведов бить. Отпустить люди из нового города. Из нового города! Наряд княжеской готовь. Пусти. Великий Новгород челом тебя бьет. Народ новгородский прислал князем тебя звать. Что? Или передрались? Разнимать некому. Враг наступает, князь. Изборск пал. Псков взяли. Псков. На Новгород немец движется. Али перетрусил, господин Великий Новгород. Сирот, пожалей. Позабудь обиды, Ярославич. Встань за дело новгородское. За обиду русской земли встану. Слово верное. На защиту встань. На защиту? Защищаться не умею. Сами бить будем. Без меры бить будем. Дружина твоя, князь, не хуже немецкой. Дружины одной мало. Мужиков подымем. К весне врага разобьем. Давайте, люди, русские!
хотим войны! Ступай к себе в Переяслав! Не люб ты нам! Люб, не люб! Не любовником пришел я к тебе, господин Великий Новгород, а воеводою! А добром не пойдешь, господа богатей! Мужики вам кости повывертывают! Монгол залег на Руси от Волги до Новгорода. Немцы идут с запада. Русь между двух огней. Ты один остался, господин Великий Новгород. Встань за отчизну, за родную мать. Встань за русские города, за Киев, Владимир, Рязань. За родные поля, леса, реки. За великий наш народ! Веди, князь, дружины новгородские! Веди, князь, дружины новгородские! Забьешь.
ковал, сам ковал. Коротка кольчушка-то. Рыцари, король Александр посмел выступить против нас, но его покарал Бог. Авангард его войск обложен в лесу, как медведь. Приглашаю вас на травлю русского зверя.
Заяц, значит, во враг, лиса следом. Заяц в лесок, лиса за ним. Тогда заяц между двух березок сигани. Лиса следом, да и застрянь. Заклянись меж березок-то. Трык, врык, трык, врык. Не с места. То-то ей беда. А заяц стоит рядом и серьезно говорит ей. Хочешь, говорит, я всю твою девичью честь сейчас нарушу. Ах, что ты, сусед, разве можно? Страм-то какой мне. Пожалей, говорит. Тут жалеть некогда, заяц ей. И нарушил. Между двух берез зажал? Зажал. И нарушил? И нарушил. Беги, князь, спасайся. Уводи дружину домой. Немец несметной силы идет. Тамаша Твердиславича убили. Буслая взяли. Буслая взяли. Врешь, собака! Не бывало того, чтоб Буслай сдавался. А кто позводишь? Готовь дружину на выручку. Скользишь. Ну, что, копыта скользят. Вот здесь, у Вороньего камня, ихнюю конницу и встретим. Лед тонок, Ярославич. Подломится невзначай. Немец тяжелее нас, под ним и подломится. Нам что? Дружечный! Торопишься, Вася? Или места тебе здесь мало твердой ногой стоять? Места чужие, темные. На одной стороне куда как легче было бы. Подводи, князь, войско за озером. Торопись, князь. Дело, он говорит, пока не разведнело, на наш берег отойдем. На родном берегу легче биться. Всяк камень дружок, важна балочка сестрица. Не в силах драться на чужой земле, нечего делать тебе и на отчине. На чужой будем биться. Поняли? Не пущу псов на русскую землю. Прощай, Дамаш. На озере биться будем.
Красного Камня головной полк поставим. Ты, Гаврила, полки левой руки возьмешь. Сам с дружиною по правую руку стану. И владычный полк возьму. А ты, Микула, ставь мужиков в засадный полк. Немец, как известно, свиньей клином ударит. Вот тут у Вороньего Камня удар головной полки примет. А головной полк кто возьмет? Ты возьмешь. Всю ночь бегал, теперь день постоишь, и весь удар на себя примешь, и немца держать будешь, и не трогнешь, пока мы с Гаврилой с правой и левой руки его не зажмем. Понял? Ну смотри, Васька, держи немца. А поздно сани сцепи, да позади себя поставь. Легче его удержать будет. Верно? Да про наш уговор насчет Ольги. Помни? Сам помню. Ну чего ты разъявили? Айда на озеро строится.
Пора. Ударит немец в Буслая, не торопись, дай клину увязнуть. А потом с двух сторон разом и ударим. Пора, Ярославич. За Русь! За Русь! За Русь! Thank you.
немцу! Закалки меч. Не в закалке дело. Меч плечом крепок. Thank you.
теперь их мечом не возьмешь. Thank you.
Велик не велик, а все-таки птица. Коротка кольчужка. Thank you.
жив, Вася. Чей голос нас ищет? Родные мои, разбили, разбежался, под лед ушел. Взяли мы вверх, значит. Слава князю и всем нам слава. Не зря кровь проливали. Дрались мы. Ольга Даниловна. Плечо, плечо. Воевали немца крепко, с усердием. Не жить мне. Твоя Ольга. Что ты? Что ты? До свадьбы? Помирать? Что ты? Нет, не быть мне живым. Не править свадьбы. Тебе жить, тебе и славу носить. Поклонись Алексичу. Ему первое место в бою. Ему и твоя рука. Вставай, Алексич.
крик да крик, а о деле и думы нет, господа псковичи да новогородцы. Ох, и бил бы я вас, хлестал нещадно, коли б проболтали вы ледову сечу. Не простила брусь ни вам, ни нам маломужества. Так о том и помните, детям и внукам накажите. А забудете, вторыми иудами станете. Иудами земли русской. Слово мое твердо, найдет беда, всю Русь подыму. А отвалитесь на сторону, быть вам биту нещадно. Жив буду, сам побью, а помру, сынам накажу. А теперь суд чинить будем. Кнехтов развязать бы? Что скажете? Чего с них взять? Подневольно шли. А господа рыцари в обмен пойдут, на мыло менять будем. А вот с этим что делать? Решай, народ! Говорила, что ни светлого, ни темного, ни степенного полюблю, а того, кто храбрей, кто в ратном деле видней. Васька мой вторым нигде не был.
ни тебе пожить, ни тебе помереть спокойно не дадут. Прости, мать, что супротив тебя говорить стану. В первый раз против тебя пойду. Не взводи, но Гаврил напрасленно. Уж ежели судить, да по честной совести, ни мне, ни ему не быть суженным. Охоробрил Господь больше всех дочь воеводскую, Василису. Храбрее ее не было, а за ней Гаврил Алексич шел. В том клянусь народу. Так тому и быть. Срамил мать-то. Свадьбу хотел сыграть. В чем дело? Сыграем. Что ж ты, люта душа, не мог первым-то быть. А мой счет с другого края. Возьми в невестки вон ту, в кольчуге. Хороша девка. Наша нигде не пропадала. А теперь... Гулять будем! Воли не давать. Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля.